прощения, Итальяна, есть один хороший способ. Любопытно, может, ты покажешь этот способ на мне? А что, пожалуй, сядь поближе ко мне. Моя бабка тоже итальянка, не давала деду спуску, но смирялась только лаской и гадать любила очень. Не рассказывай мне сказки, тысяча одной ночи. Посадят на кол, кол Изабеллу, попытайся быть.